Всем привет! С вами Аня и Матвей. И сегодня у Матвея день рождения. Так как Матвей любит черепашек ниндзя, у нас сегодня комната украсена в стиле черепашек ниндзя. Матвейка, кто это у тебя тут на шарике? Леонардо. Леонардо. А твой любимый какой персонаж? Леонардо. Вот этот? Нет. А мне кажется, нет. Леонардо будет челлендж с черепашками-ниндзями. Ну что, поехали? Поехали! Сейчас мама расскажет нам правила игры. Слушаем. Так, смысл маски закрываем вам глаза. Маску показываем. Дается кусочек сыра вам даю. Это пицца. Кусочек сыра покажи. Пицца. Каждому вот такой кусочек сыра. Это пицца. Это пицца, да. Закрытыми глазами ты должен накормить черепашку. Одну из черепашек. Я его. Кто ближе всего будет к цели, то есть ближе к рту черепашки или хотя бы на черепашке, получит суперприз от ниндзя черепашки. Так, одеваем маску и получаем кусочек сыра. Ой, кусочек пиццы. Держи. Так. Подожди. Вот, и ты должен ее приклеить, черепашку покормить. Не подглядывать, я надеюсь. Так. Молодец, следующий кто? У Матвейки. Я. Давай, Даня, следующий. Старшим усложняем задачу. Одеваем маску, чтобы не было. Одеваем, не подглядывай. Усложни задачу, Даня, ты можешь примиряться. Так. А как? Получаем кусочек пиццы. Кусочек пиццы. Держи. И крутимся. Идем. А теперь идем. Так, подожди, кусочек пиццы получить надо. Иди ко мне. Вот сюда вставай со мной, стой. Я тебе сейчас дам кусочек пиццы. Держи. И ты идешь. И идешь клеить. Вот молодец. Молодец. Ура! Классно. И да, теперь последняя очередь Анина. Давайте четвертую упаковку. Всем. Всем, значит, приз будет. Всех специальный приз от черепашек. Так, одеваешь маску и получаешь... пиццу. Пиццу. Ура! Так. А, тебе осталось Донателлу. Молодец! Дай 5. Дай 5. Молодец, Матвей, дай 5. Даня, дай 5. Молодца. Ребят, смотрите, у нас все попали в рот черепашкам. Это я попала, это Ксюша попала, это Матвей попал, а это Даня попал. То есть все достигли целей, практически в рот всем положили пиццу, поэтому у нас победила... Дружба! И за это каждому достанется приз! А какой сейчас нам покажет мама? А, всего хлопушка! Ну это ж утешительно! И эти хлопушки вы можете взорвать прямо здесь! Бабах! С днем рождения, Матвей! Бабах! Ксюша, молодец! Так, Аня у нас остается еще со своим хлопком. Молодец! Даня, еще твоя очередь. Давай, Даня, взрывай. Поехали, взрыв. Та-да! Матвейка, с днем рождения! Ставь лайк и подписывайся на наш канал. А в честь дня рождения... Будем показывать вам, как Матвей распаковывает подарки. Свои подарки. Пока-пока! Тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Матвейка! С днем рождения тебя! Это Шредер, это Раф, это Микки.
это Леонардо, это Донателло, это Сенсей. Понятно. То есть у тебя даже свечки в стиле черепашек, да?